и твой запах. В телефоне 500 смс. Чай с корицей на завтрак заставляет сердце биться сильней. Начинается утро, стрелки мчатся от сна до сна. У меня без объятий почему-то болит спина. Где ты, мой король Кристи? С кем играешь привычную роль? Никто не танцует в твоем королевстве. И один ты приходишь домой. Не мерзнем, дорогие друзья, не мерзнем, греемся горячим чаем и солнечными песнями, которые дарит нам замечательная пермячка в студии Кристина Владыкина. Кристина, доброе утро. Доброе утро. Вот у меня первый вопрос. Твои стихи и песни – это все твое творчество или заимствовано? Ну, я думаю, что все мое, все немножко заимствованное, все каким-то опытом, то, что мы прослушиваем. То есть пишешь стихи сама, да? Музыку, да, сама, да. Пишешь. А что тебя навевает на творчество? Я думаю, что люди, я думаю, что музыка, природа, путешествия, все, что со мной случается, каким-то образом, оно воздействует. Вот я прослушала много разных твоих композиций, нет какого-то определенного стиля музыкального, да? Ты бы как его характеризовала? Я назвала его Orange Rock. То есть что-то такое позитивное, что-то веселое, что-то очень энергичное, то, что дарит, даже если песня грустная, она должна все равно после какой-то хороший след в душе оставлять. Вот такое. То есть получается, что песня дарит и поднимает тебе настроение? Ну, и мне, и слушателям. А как ты еще согреваешься в эти хмурые октябрьские дни? Я каждый день стараюсь встречать с хорошим настроением, потому что мы не находимся в поиске счастья, мы счастливы сейчас. Я считаю себя счастливым человеком, и я нашим телезрителям пожелала бы того же самого, потому что то, к чему мы идем, мы уже в этом находимся сейчас. Каждый день это счастье. Очень сложно заставить себя сейчас выбраться из-под одеяла. Прекрасно вас понимаю, особенно если не дали отопление. Поэтому заваривайте горячий чай и слушайте солнечные песни наши утренние гости. Просыпайтесь. А там на холме лестница в небо. Можно залезть, посидеть над луной, сделать печенье из звездного хлеба. И ты будешь со мной.